Всем привет, я Юля Андреева с прогнозом погоды на четверг, 2 сентября. Спонсор показа – салон «Штор» «Белая река». Ты можешь контролировать солнце салоном «Штор» «Белая река». Солнцезащитные системы для вашего дома. Рулонные шторы любого вида. Салон «Штор» «Белая река». Солнце столько, сколько нужно. Этот четверг на территории нашей области будет дождливым, на севере области он будет еще и пасмурным, в Лузе всего плюс 10, в Кирсе уже теплее, здесь плюс 18. В большинстве центральных районов будет малооблачно, от 16 до 19 градусов тепла, пасмурная погода, но плюс 23 в Вятских Полянах. В Кирове в четверг будет пасмурно, днем воздух прогреется до 17 градусов со знаком плюс, ночью ожидается плюс 9, плюс 10. Ветер подует юго-западный до 5 метров в секунду, влажность воздуха составит 64%, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. 13 часов 59 минут продлится световой день в этот четверг, луна по-прежнему убывающая, на этом у меня все. Это был прогноз погоды на четверг, 2 сентября. Пока-пока.